Кажется, я забыла свое имя. Это странно. Нет, нет, нет. У меня был дом, жизнь, муж. Необычайная девушка, как они меня называли. Первая, кто все поняла. Зверство, всю ложь. И им это не понравилось. Не оборачивайся! Они смотрят. Помни, я бежала от семьи, из моего дома. Повсюду, повсюду. Глаза, что за мной следили. Гниющие рутады. Страшные тяжелые железные шаги, что были все ближе. Они приближались. Стук, 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 стук! Ты причинила уже много беспокойства моему королевству. Ты первый, кто наконец заглянула за вуаль. Ты та, кто открыла зловещую правду. Ты та, кто... Ты... Считаешь, что поняла? Зачем вся ложь? Все бессмысленные зверства? Нет. На то есть причина. Я хочу показать тебе. Он назвался мэром. Что ему нужно было от нее? Что он говорил? Что он говорит? Существо рассказало мне историю. Запретная сказка. Запретная сказка Аутадейла. Он ее назвал. Это была история о великом изобретателе, который с помощью руки увядающей королевы смог спасти нас всех от их увядающего мира. Ты первый, что узнает правду. Прошу, пройди со мной. После длительного уединения и времени ко мне пришло много
сомнений. Я привел тебя сюда, чтобы ты взглянула на все по-новому. Возможно, ты необычная девушка Аутодейл. Сможешь простить мои вынужденные грехи. Бедное, одинокое существо будто ужасно тяготило его собственное творение. Но, увидев все эти зверства, услышав всю неоправданную ложь, он словно почти разочаровался. Но мне... мне все это начало казаться... скорее, довольно... впечатляющим. Она что-то скрывает. Она обо всем знала. Не так ли? А ты... просто восхищение. Ну, похоже на что-то большее, чем восхищение, честно. Какая трагедия. Вот оно. Расскажи нам все, что не рассказал ему. С того момента, как он рассказал мне о прошлом Аутодейла, я знала. И он единственный, кого бы я восприняла как равного. Ты должна понять. Внешний мир, он болен. Лишь она обеспечивает нашу безопасность. Путеводный свет старого мира. Чтобы поддерживать ее жизнь, нам пришлось решать, что нам делать, что Аутодейл должен был сделать. Это все было необходимо. Необходимо. И эти веселые голоса, эти милые личики, они новые монстры из лжи, что мы распространили. Они... монстры здесь. Ложь. Безжалостно.